что для вас 1 июня? 1 июня – день защиты детей, конечно же, и начало лета. Как ждем. Отмечали вот этот день в детстве или сейчас? День в детстве, конечно же, ходили в парк с родителями. А сейчас? Сейчас ходим с детьми в парк. Вот предвкушение лета, ждем, и даже дождь не помеха этому. День защиты детей, первый день лета. Не знаю, с такой погоды будет у нас лето в этом году или нет. У вас 1 июня. День защиты детей. Для меня 1 июня – это начало летних каникул. А в Мытищах как досуг свой проводишь? В Мытищах? Ну, гуляем целыми днями, путешествуем по Мытищам. Скажите, что для вас 1 июня? Счастье. Лето. День, когда можно выспаться. Скажите, день защиты детей? Защиты детей, да. Отмечали? Отмечаете? Гуляем. Как-то особо не придаю этому значения на самом деле. Ну, он просто есть, как бы, да, он что-то делает, что-то влияет на общество, да. А в детстве, может, родители для вас устраивали какой-нибудь праздничный день? Ну, мы и так дома, в защите. Ты знаешь завтра какой праздник? Да. Какой? День защиты детей. Ты любишь лето? Что да. тебе больше всего нравится в этом времени года? Играть... Водные пистолеты. Ух ты, класс. А вот да, сегодняшняя погода тебе настроение портит или нормально, переживем? Нормально, переживем. Для вас 1 июня, это что в первую очередь? Экзамен. Какой экзамен? Каникулы, Федя. Экзамен.